заявление. Я Карина Тагылбаева. Подаю заявление на Пашаева Булюгена. Ты же муж, да? Он и его банда не дают нормально жить жителям Каратаса. Ты знаешь, она мне выбора не оставила. Я сколько раз говорил. Из-за нее у меня сейчас конкретные проблемы. Жестко подставила. А также Пашаев расстрелял акима села Каратас. Да я твою жену убил. Если он сейчас Пашаев хорошо агрессивный дыра. Убиваешь, как шакал со спины. Мне нравится. Уже это не богатый. Ты думаешь, я беспредельщик? Пашаев, это порядок. 24 часа, чтобы спаться с Каратаса, понял? Воздаянием за зло является равноценное зло. Не, уронен деп тұрсың ба не? Воистину Аллах не любит беззаконников. Каратасе обстановка тотальная беспредельная. Да, залить! Тебя убить! Власть, всегда везде одинаково. Только меня? Два есть. Нет. Шесть. Только тебя